На пешеходном переходе сбили ребенка. В четверг около 6 вечера на улице Некрасова в областном центре неустановленный водитель при повороте налево совершил наезд на 12-летнюю девочку. Она перебегала дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавший ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга был доставлен в больницу. Автомобилист с места происшествия скрылся. Найти нарушителя помогли неравнодушные граждане. Они запомнили и сообщили сотрудникам ГИБДД номер автомобиля. В ходе проведения розыскных мероприятий установлен задержан автомобиль марки «Датсун» под управлением водителя женщины 1962 года рождения. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении за оставление места ДТП, а также автоледи привлечена к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходов.